Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 30 января. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Радаевой Галине Михайловне и Аюни Лопес. Партнеры программы – Центр отдыха Orange House, ресторан Чингисхан и группа компаний Титан. Orange House представляет: путевки «Все включено». Проживание, питание, прокат коньков, лыж, ватрушек, квесты для детей и взрослых. Всего от 950 рублей на человека. Звоните 577-600. Что вы знаете о Чингисхане? Как он стал великим? Какой путь преодолел? Ценить прошлое – значит заботиться о будущем. Ресторан «Чингисхан». Жизнь состоит из побед. Спросите у отцов. Расскажите детям. Обновленный ресторан «Чингисхан». Ближе, душевнее и роднее, чем вы привыкли считать. Телефон 350242. Мечтаете скорее закрыть ипотеку? Успевайте участвовать в акции и осуществите свою мечту вместе с Титаном. Подробности на местах продаж. По республике неустойчивая погода, местами небольшой снег, поземка. Ветер северо-западный 4,9, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 25-30, местами до минус 34, днем минус 18-23. По центральным районам ночью минус 19-24, местами до минус 29, днем минус 12-17. По южным районам ночью минус 19-24, днем минус 12-17, местами по югу до минус 8. В столице Бурятии ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 19-21, днем минус 12-14. Атмосферное давление существенно не изменится и будет в пределах 719 миллиметров ртутного столба. Самая длинная поэма в истории – Шахнаме, книга царей, принадлежит перу персидского автора X века Фердоуси. Поэма состоит из 120 тысяч двустиший. Ее написание заняло 35 лет. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. А у нас тоже есть ГСР, не короткий. И писали ее, мне кажется, более 100 лет. Однако.